Привет, мои дорогие зрительницы! Вы у меня уже много раз просили показать все свои украшения. И, собственно, наверное, не зря просили, потому что у меня их действительно очень много. Вот, так что, если вам такая тематика интересна, кроме тех, кто меня попросил, то оставайтесь и приятного всем просмотра! И сразу же приношу свои извинения за звук сверления на фоне, но мне кажется, это не закончится просто никогда, поэтому я думаю, это не сильно вас побеспокоит. В общем, давайте приступим. И первое, что я вам покажу, это у меня вот такая вот вешалка для колец и в виде девушки, торса девушки. И давайте вам покажу, что за кольца, собственно говоря, у меня здесь находятся. Угу. Первое, это вот такое вот кольцо в виде цветка. Довольно симпатичное, но так как это обычная бижутерия, то тут все уже стерто, и я его давненько не ношу. А куплено действительно было тоже очень давно. Следующее кольцо, это вот такое кольцо, это от компании Фраше, здесь у нас вроде как жемчуг. А, ну и тоже кольцо простецкое, ничего особенного, и я его точно так же не ношу. Вообще сейчас я ношу то, что есть у меня. А, да, еще одно кольцо надо принести, которое у меня недавно появилось, магнитное. Вот это же кольцо, это серебро, да, здесь даже есть проба, вот она там находится, эта проба. И это кольцо с каким-то вот, по-моему, с агатом. Это мне дарил когда-то муж. Ну и, собственно, вот оно так почернело, серебро, и я его тоже не ношу. Плюс, в первую очередь, я не ношу его, потому что оно толстенькое. То есть я люблю тонкие кольца. Поэтому такая история. Далее. Вот такое кольцо. Ну, это по приколу было куплено еще где-то в подростковом возрасте. Или что-то вроде на переходе с подросткового во взрослый, скажем так, возраст. То вот такое кольцо было. Ну, оно, кстати, на самом деле прикольное. Иногда ради забавы и какого-то стиля можно надеть. Вот. Собственно, и все. А сейчас я покажу те кольца, которые ношу именно постоянно. Это, конечно же, вот это кольцо с настоящим топазом. Это золотое кольцо. А здесь бриллиантовая крошка, вон ее видно. И это какой-то королевский топаз. В общем, такой очень интересный большой камень. А это очень комплиментарное кольцо. А у меня все время на него обращают внимание. Говорят, ого, какое красивое кольцо. И, в принципе, так вот, когда с кем-то общаешься, кому неловко спросить, я вижу, как они на него смотрят. И это довольно-таки приятно. Кольцо потрясающе. Я сначала думала, что такой большой камень, он будет как бы мешать в повседневной жизни, но нет. Дома, естественно, там, когда посуду может что-то делать, все снимается, а вот просто ходить, нет, ни за что не цепляется. То есть, несмотря на то, что кольцо, камень такое, такой крупный, тем не менее, он не мешает и, наоборот, всегда радует глаз. Чем хороши настоящие камни? Это тем, что они чувствуют твое настроение. То есть, вот, если яркий, он, вот видите, какой красивый, у тебя, значит, все хорошо, и самочувствие, там, настроение, когда настроение плохое, он темнеет, и это очень здорово. Конечно же, ну вот, обручальное кольцо золотое, естественно, носится постоянно. И вот такое не постоянно ношу, но частенько одеваю на палец. И что я хочу сказать, по поводу работы, у меня просили даже отзыв, там, типа, как работает, не работает, там, от него худеешь, как-то там положительно на здоровье влияет. Да, влияет действительно. Насчет худеешь не могу точно сказать, а вот то, что на здоровье влияет, действительно положительно. Вот, например, муж его обожает, оно так как оно унисексовое, то есть носить может как женщина, так и мужчина, то у меня муж надевает его на ночь, потому что ему с ним хорошо спится, обратите внимание. Вот так вот, вот, хорошее кольцо. Теперь мы перейдем с вами вот сюда, посмотрим, что тут. Тут тоже есть кольца. Вот такое очень примечательное кольцо. Я его неоднократно одевала на палец, и, в общем-то, оно меня восхищает. Красивое. Это когда-то папа у меня занимался именно вот такими украшениями и подарил мне вот такое кольцо. И вот до сих пор оно у меня есть. У меня также был подарок от папы, кольцо с топазом тоже, но не королевским, а классическим топазом. Но там кольцо само по себе, оно было серебряное, да, и серебро. Серебряное кольцо, как-то оно разломалось. Ну, в общем, где-то я его храню, но, честно говоря, не помню, куда положила. Дальше у меня есть
Вот такая бижутерия. Ну, все это тут даже говорить долго не о чем. Как-то я вот как раз-таки наткнулась на днях. В общем-то, это было приобретено в подружке по какой-то очень хорошей скидке. Дальше. Ну, вот у меня такое, кстати, деревце под украшение, если что. Вот такое кольцо тоже от Ифраше. Так, далее. Такое вот колечко уже. Ну, в принципе, надо от него избавляться на самом деле, потому что, ну, все. Оно все, ну, типа под Шанель, да, видите. Тоже в подростковом возрасте брала. Ну, вот оно. Ну, как бы, с одной стороны, надо избавляться, с другой стороны, на память. С другой стороны, опять же, нужна ли эта память? Ну, в смысле, в каких-то таких странных кольцах. Это же не подарено, ничего, просто куплено. Вот, а вот такое кольцо тоже забавное. Просто порадовала, я его приобрела. Ну, опять же, это просто бижутерия. Так, мне что-то там пришло. Какое-то сообщение. Дальше, что тут еще у меня из колец? А, вот такое кольцо. Забавно, иногда надеваю. Мне нравится, что это такой как бы маленький камушек. Тоже бижутерия, естественно. Так, ну все, из колец. Еще сейчас одно покажу, очень такое примечательное. Вот здесь у меня хранится на подставочке бабушкино кольцо золотое с камнем. Честно говоря, не знаю, какой здесь камень. Вот, досталось по наследству. Оно розовый, кварц, может быть. Не знаю. Красиво, посмотрите. Очень-очень здорово. И вот я вот так, естественно, я его носить не буду. А такой прям, как будто от королевы. И вот, собственно, вот так я его храню. Красиво у меня здесь лежит данное колечко. А информация-то на телефон важная пришла. О том, что прибыл заказ Faberlic. Поэтому следующим роликом будет обзор товаров от Faberlic. Имейте в виду. Ждите. Так, ну давайте посмотрим вот такие украшения. Значит, смотрите, ну это недавнее у меня появилось. Ну, недавнее, это не приобретение, нет. Это подарок. Так что недавний подарок, можно сказать. Сейчас вам покажу. Так, посмотрите, красиво. Мне очень нравится. Вот от компании Фраше обычно все украшения мне не нравились. Особенно кольца. Кольца вообще не очень. Ну, за редким исключением. Там, может быть, подвески какие-то интересные. Вот, а тут, видите, красиво. Такой здесь листик интересный, прозрачный, выполнен. Как под камушек сделано. Здорово. И как бы цепочка хорошая, не воняет там металлом, и вот как-то, да, все отлично, мне нравится. Вот такое вот тоже приобрела украшение интересное. Оно мне нравится, потому что здесь вот так, знаете, как-то любопытно сделано. Мне нравится. Так, дальше. Вот от компании Фраше, уж снимать не буду, так вам покажу. Такой вот. Вот это нравится, забавляет. Потому что здесь такой шарик классный, и здесь похоже на натуральный камень. Ну, такой шарик внизу, похоже на натуральный камень. Мне нравится. Вот это. А вот это не нравится. Здесь интересное плетение у цепочки, а вот само украшение, хоть здесь и настоящий жемчуг, речной, по-моему. Ну, как-то, не знаю, слишком просто, не мое. Вот это у меня серебряная цепочка, когда-то... Кулон висел на золотой цепочке. Она была такая, что испортилась довольно быстро. Такое у нее плетение, в общем-то. И здесь у нас гранат. Вот это камень, который мне подходит к гороскопу. Красный такой, очень приятный, я его обожаю. Но и он обладает очень большой мощью, и от него нужно отдыхать. Красиво просто. Я не знаю, насколько GoPro сможет передать красоту. Возможно, не сможет настолько, насколько она действительно есть. Но вот решила все-таки на GoPro записывать, а не на зеркальную камеру. Мне кажется, так будет, ну, как-то так. Проще, что ли. Вот, и здесь грани прям, и тоже вон там вон бриллиантовая крошка есть. Так, дальше. Вот такое украшение очень вот интересное, и оно мне нравится. Это как бы вот такой клык. И здесь цепочка, смотрите, какое плетение. Она такая прям плотненькая. Вот. И клык. Вот такой со стразиками. Очень классно. Красиво. Вот это я люблю. Но очень сильно воняет металлом. И муж постоянно об этом говорит. Что фу, воняет металлом. Это, конечно, обидно. Так, ну обидно, что воняет металлом. Так, вот такое украшение сама прям... Да что ж такое, сама приобретала. Ну, такой, знаете, немножко цыганщина здесь, как мне кажется. И тут бархатный такой проводок, потому что это твердая штука, ее можно сгибать, она не мягкая.
Так, это как-то мне присылали на обзор давненько. Вот такое классное украшение. Оно здоровское. Ну, выглядит симпатично. Такие цветы прям яркие, желтые. И на ленте это все. Но, к сожалению, оно не очень удобно. Лента развязывается. Вот такая вот подвеска в виде стрекозы. Посмотрите, какая красивая. Вот. Думаю, как раз вот эту серебряную цепочку сюда пустить. И стрекозу носить на серебряной цепочке. Она, ну, как бы, цепочка легкая. У меня там тут кулон легкий. И поэтому она как бы очень переворачивается. Кулон переворачивается, постоянно крутится. А тут будет как бы грузик такой приличный. И купить сюда, ну, или получить в подарок золотую цепь, цепочку. Ну, вот так, очень красивая стрекоза, мне она нравится. Ой, это от Faberlic. Недавно появилось у меня украшение. Мне оно, откровенно вам скажу, не понравилось, потому что оно перекрученное, во-первых. И как будто когда надеваешь, тут в любом случае, ну как назвать эти штуки, они, ну такие вот, да, они переворачиваются, некоторые, не все. То есть одна сделана неправильно, ты ее как ни верти, она все равно будет перевернута. Это бред. Вот, плюс, что еще тут мне не понравилось, это то, что вот эти типа под камни, да, под камни как бы сделаны, и там внутри чуть ли как будто бы грязь, ржавчина. Ну сейчас это не видно, но это так, поверьте. Поэтому не знаю, что делать с этим, честное слово. Так, мне не понравилось. Вот такая у меня есть подвеска. Смотрите, это я, это Овен. У меня сестра в школе еще, когда училась, ездила в Лондон в каком-то классе и привезла. У меня сестра другая тоже Овен. Вот нам с сестрой она привезла вот такие две подвесочки. В общем, кстати, классные. Так, ну и теперь вот здесь, в этой коробке у меня хранятся оставшиеся украшения. Только вот здесь, в среднем выдвижном ящике. Итак, заглядываем в сокровищницу. Так, ну и будем смотреть, что есть тут. Ну, в первую очередь я хочу очень похвалить вот это украшение. Оно мне нравится безумно. Я не помню, как называется магазин, в котором я брала. Это магазин украшений. Сейчас он, кстати, у нас там закрыт, но раньше я туда частенько заглядывала, потому что мне нравилось, как они всю эту бижутерию делают, довольно-таки круто. Когда я еще бижутерию приобретала, это вот все с тех времен. Но цепочка, видите, к сожалению, бижутерия, вот эти цепочки, кольца быстро вот стираются, а так красиво, если убрать этот фактор. Ну, цепочка такое дело, ее не всегда видно. Так, дальше вот там же я приобрела вот такое украшение, оно мне очень нравится. Смотрите, как классно выполнено. Вообще здорово. Цвет такой приятный, мятный. Ну, под определенный наряд подходит. Может, правда, переворачиваться. Обладает таким свойством. Вот эта подвеска из Avon. Так, и она мне, кстати, очень нравится. Сейчас я ее покажу. Вот она такая. Опять сверлят. Я же вам говорю, никогда не закончится. В общем, вот такая вот подвеска. Тоже здесь цепочка уже, к сожалению, вся испортилась. А вот сама подвеска мне нравится. Красивая, интересная, стильная. Знаете, так вот прям по классике хорошо смотрится. Так, вот это обалденно, все любят. Я люблю, я обожаю. В свое время купила, ой, на каком-то там местном рынке. Вот, приобрела, и, блин, такое оно офигенское, конечно. Здесь вот как бы, ну, не знаю, бамбук, наверное. Вот, но здесь минус в том, что, ну, это можно исправить, можно сделать, но поскольку оно вот так само сгибается, я его просто надеваю, все, ну, сваливается через какое-то время, поэтому надо вот попросить у мужа, чтобы он сделал, ну, как-то вот пока не просил. Очень красиво, смотрите. Красота. А дальше. Вот такое украшение тоже брала в том же магазинчике, который сейчас закрылся. Тоже очень красивое, нежное. Или, по-моему, может, даже на подарок получила. Или себе на день рождения взяла. Помню, что связано с днем рождения, это точно. И смотрите, здесь даже цепочка никак не изгваздалась, не испортилась, ничего. Не выцвела, не окрасилась. Ничего, в общем, короче, не случилось. Очень красивое, обалденное просто. Вот это мне прям очень нравится. Я бы сказала, я влюблена. Розовенький такие, такой цвет розовенький, нежный, приятный. Блин, сейчас все у меня здесь запутается. Потом разбираться придется. Ну, что поделать, что поделать. Так, дальше. Это я вам показала, это я вам показала. Ну, опять же, здравствуй, Ефраше.
И это у нас, блин, если это изъявлялось как жемчуг, я могу с полной ответственностью сказать, это не жемчуг, это просто стекло. Вот. Ну, скорее всего, так и было. Я не думаю, что они говорили. Я не думаю, что обещали жемчуг, а оказалось стекло. Так что, скорее всего, так и было. Это давненько. Мне, в принципе, нравится. А под определенный наряд очень даже неплохо. Видите, какая сокровищница получается. Так, еще одна подвеска. Вот такая вот красивущая. Это уже даже не помню, где взяла. Красиво. А, слушайте, это я в Украину когда съездила с мужем. Вот там, в аптеке, по-моему, даже приобрела. Там пыталась это украшение в аптеке. Точно. Вообще обалденная, смотрите. Ну, опять же, цепочка, видите. А так красивая, безумно. Ну, тоже имеет свойство немного перекручиваться. За этим приходится следить. Так, это все. И последнее, ну-ка, мне даже это неприятно показывать, потому что здесь уже эта ниточка, она такая грязная. А сама подвеска в виде ангела. Ну, она прикольная, в принципе. В меру забавная. Не скажу, что это прям шедевр, но тем не менее. Вот. А эту, ну, постирать может, конечно. Я просто не ношу ее сейчас. Так, ну, продолжим. Теперь вот сюда заглянем. Верхний ящик. И тут можем наблюдать, помимо массажера, ну, еще я так покажу, у меня здесь хранятся, да, резинка вот такая большая, классная. В каком-то магазине бижутерии брала. Потом крабик маленький. Вот такие резинки дурацкие мне не нравятся. Ну, может быть, оригинальные хорошо. Эти я в фикс-прайс, что ли, брала или где, я не помню. В общем, короче, они волосы дерут, ну нафиг. И растягиваются. Ну, и вот тоже брала набор резинок. Я, опять же, не помню где. По-моему, тоже в фиксе. И вот так они у меня тут лежат. Очень удобно. А, здесь еще есть такая вот заколочка классная. Иногда пользуюсь. Точнее, раньше пользовалась, сейчас уже нет. Переходим к следующей полке. Тут у меня тоже находятся... Вот, кстати, эти резинки заодно вам покажу. Это InStyle, резинка для волос. Ну, по-моему, это было в фиксе приобретено. Вот эта резинка часто пользуюсь. Причем не только дома, но и на улицу. То есть вообще, когда на велосипеде катаюсь, то всегда вот использую именно эту резинку. Мне очень нравится. Серьги какие-то. От Фроше, наверное. Сюда положила. Вот моя любимая заколка, которую я пользуюсь всегда, когда ухаживаю за кожей лица, или же когда просто надо помазать тело, а волосы длинные, надо их собрать. Класс. Сверление, конечно, на ура. Тут что-то валяется, я не знаю, что это, я даже не помню. А, это у меня от ангела крылышки оторвались, он мне там висит, но показывать вам сейчас его не буду. Так, и, собственно, все, из украшений еще вот единственное, что... Ну, из украшений для волос, скажем так. А, вот такие вот крокодильчики. Ну, нерабочая тема абсолютно. Не держат они волосы, я не знаю, почему. А, нет, знаю. Просто здесь... Ну, как бы практически ничего нет. Чем держать-то? Так, давайте сейчас сменим местами, чтобы можно было вам поближе показывать мои браслеты. В общем, вот такой вот очень классный. Это металл браслет от компании Фроше. Вот мне он понравился очень. Металл холодный, прям такой, знаете, приятный. Буду сюда выкладывать пока. Такой вот браслет тоже в том самом, не помню, как называется, магазин бижутерии, не помню его название. В общем, вот такой браслет классный. Он, смотрите, вот так, оп, и защелкивается. Это я сама покупала. Здесь двойной браслет был, как я помню, если я ничего не путаю, или один. Ну, в общем, тут вот все так поназапутывалось как-то, в общем, короче, розочка классная. Ну, я... Не люблю его носить, потому что на самом деле он оказался очень неудобен. И, ну, как бы, знаете, постоянно звенят, гремят вот эти штуки, его бесит. Так, вот это покупалось разом. Вот такие вот. Сколько их тут? 5 штук, да? 5 штук. Это все надевается сразу на руку, но можно и раздельно. Это уж на ваш выбор. А, вот, все правильно. Это, короче, продавалось вот так. Я вспомнила, вот так. Типа надо носить. Ну, по мне тоже, уж я не знаю, не в обиду, кому нравится, но по мне так цыганщина. Цыганщина, не знаю, мне тогда тоже как-то понравилось, захотелось купить. Не знаю, может, под каким-то романтичным порывом. Вот этот обожаю браслет, хотя мне даже как-то хочется не назвать не браслет, а как-то по-другому, более нежно. В общем, здесь у нас башенка, типа под жемчуг. Понятно, что это пластмасска. Ну, красиво, никак не испортился внешне, все отлично, нравится.
Вот этот браслет, это тоже Ифраше. И этот как раз браслетик от Ифраше, он был то же самое, вот, по-моему, с этим. Как-то два они вроде шли, как я помню. Ну, вот этот мне не нравится. Нет. А вот этот классный. Так. Вот такое вот что-то старенькое, давнишненькое, опять же, со времен подросткового возраста. Мне нравилось носить свое время. Вот это мне присылали тоже на обзор вместе с тем, ну вот вначале вам показывал эти цветы большие желтые, вот такой вот браслет, часы-браслет. Классный, мне нравилось, я поэтому и оставила, потому что здесь просто батарейка села, ее надо сменить, можно носить. Но, по-моему, здесь замочек очень плохой расстегивается, как я, по крайней мере, помню. А так очень классно, стильно, на стиле часики. Ну вот, собственно, все, показала вам все, что могла, всю свою сокровищницу, если ее можно так назвать. Вот и все, а на этом мой ролик заканчивается. Желаю вам счастья, любви, всего самого прекрасного. Покупайте только то, что вам нравится, получайте от этого удовольствие и пользу. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь видео в соцсети. Пока-пока.